кусочки разбираете, чтобы вот на всем хватило? Вот и будет наш директор и все остальные. Пожалуйста, помните, какого у всех были шарки. Зараз потребно нам всем выпить шампанского. Поэтому я попросила бы мужчин открыть шампанское так, чтобы так открыть это шампанское, как его выстрелило. И разлило. Хоть крышечку как разнялось. Такого, так она все разольется. А вы его сболтните добро. Он уже так, там есть красота шампанское, открывай. Вот это... Зараз я еще одна бутылька выстрелить. О, бутылки разлила. И, коли ласка, отразу же разливайте его. Они какие специалисты? Я как организатор, как сказать, встречи, хочу взять первый слово на себя. Значит, сегодня я составил списки, кто присутствует, кто отсутствует. В сегодняшний день у нас отсутствует три человека, которых нет в живых. Это Почаковский, Гена, Любович, Володя и Радюк Тамара. Соня. Радюк Соня. Я хочу, чтобы мы почтили память. Минуты молчания и выпили их честь. Они к нам больше не придут никогда. Давайте нальем, выпьем. Сели. Коляска, сядайте, налила и у своих соседок, и на супрать так само. Это потребно обовязково выпить. Хоть крышечку, а я потребно. Так что никто не отказывается. Ну что? Налили и выпиваем. Движение начинается с первой неравнодачи. Кто выпил, начинаем уже закусывать. Потому что я веду, что многие вины приехали. Ешьте. Силкуйтесь, а зараз я вам устрою невеликий экзамен. Нет, экзамены не равны. Почекайте. Так справа ж вы не ведаете еще учи. Справа ведаете учи. Я, як рыхтовалася до этой программы, пытаюся, а кто был классными керівниками? А тогда я дозналася, так и одна наставница, и другая наставница вели у вас, были наставницами русского языка и литературы, так или нет? Так, так вот как вы их порадовали, сказать венчальное слово еще успеете, а вот порадовать их своими добрыми отзнаками, я думаю, это самое лучшее. Вот мы сейчас уже... Зараз мы будем отзнаками своими венчавать своих классных керовников. Итак, покольте русский язык и литература, первый русский язык, урок русского языка. Вам потребно будет назвать, так, это русский язык, значит, на русском надо. Вам надо будет назвать во множественном числе животных. То есть животных, когда они были маленькими. То есть я называю взрослое животное уже, а вы быстренько соображаете, когда оно маленькое было, как называли, но во множественном числе. К примеру, корова во множественном числе, телята, конечно, будет. Так, тот, кто хорошо будет отвечать, я буду давать им... Марусина, возьмите, пожалуйста, звоночки. И в течение всего нашей сегодняшней встречи, кто больше заработает этих звоночков, тот получит огромный приз на память от школы. Итак, все готовы, да? Значит, корова у нас была, теперь пошла у нас хозяйственная лошадь. Жеребята здесь. Первое получать и берегите этот звоночек. Так. Собака. Шляпа. Так. Кошка.
Надо, чтобы не Надо, чтобы не уроки давали. Руку поднимали. Да, видно сразу. Так, ну давайте попробуем с рукой. Вот как предложили. Давайте руку поднимем. Посмотрим, кто первую руку поднимет. Итак, не говорите, а поднимайте руку. Приготовились? Газа. А рука где? Вообще рука где? Ну и еще одно. Последнее хозяйство наше. В хозяйстве. Господи, свинья! Молодцы! Все-таки знаете, что хочется сказать? Отвечаете хорошо, но руку поднимать так не научились. Прекрасно! А теперь по этому случаю, за то, что вы очень хорошо отвечали, за то, что вы знаете очень хорошо русский язык, я предлагаю следующее. Мы с вами, здесь нас очень много, я не буду вас делить на какие-то команды, да? Давайте сделаем так. Каждый, кто хочет, в течение этой встречи будет говорить тост. То есть маленький конкурс на стол. Да, ну 2-3 штуки. И поэтому после первого урока обязательно должен прозвучать какой-то тост. Нет, тут не тост. Когда мы у класса сидели, то сказали, что каждый про себя расскажет. Вот пускай это, и тост оставит. И, пожалуйста, тост. И тост, да. Ну что, давайте тогда делаем так. Так же мы даже. Кратенький рассказ. И тост. Да, так же, да. И тост. Надо, все правильно, надо. А вот поскольку этот, я вот не знаю, забыла, как этого мальчика зовут? Нет. Да. Это всегда два человека. Нет, зовут. Георгий. Георгий, Жора. Поскольку Георгий это предложил, мы с него и начнем. Правильно? Да. Правильно. Так что поднимайтесь. Никогда не подавай инициативу. С вас мы будем начинать. Что ты, банки, пускай говорит. Можно я налью? Не дай команду, что им дали. Он сказал, что ну что, мы все внимательно наливаем, мы наливаем и внимательно слушаем. Не, если будете наливать, то не будете слушать. Налейте, а потом будете слушать. Все 10 лет проучились. Но мы пришли, не знаю, кто мы, но, например, я пришел только 9-10 класс, 2 года. Но и то, когда вот пришло это, позвонили мне, что встречаемся, сестра звонит, думаю, дай-ка я открою альбом этот за 10 класс 70-го года и погляжу. Мало того, что забыл лица, часто встречались, поэтому забыл. Вот. Ну и даже и по имени не вспомнишь. Ну, однако, а тем более, что вот это может, если вот сейчас выпускники будут делать альбомы эти вот, 11-й там, пусть вот имя напишут под фотографиями. Проще будет потом. Ну, может, мы еще доживем, 40-50, будем встречаться, так, тем более забудем. Вот, так просто будет вспомнить, что. Вот. Ну что? Что? Это вот так вот отвлеченно. Ну что про себя? Ну, в 70-м, 20-м закончили школу. В 70-й, ну, поэтапно уже, по хронологии. 70-й, 75-й, вот. Институт механизации, ну, где-то ровно сказала мне и тебе, что да, вот тоже тезка говорила, что поступайте в механизацию, поступите. Точно слова сбылись, вот, отучились мы с ним, даже встречались там. Ну и потом жизнь начала бросать, 75-й, 83-й, главный инженер в колхозе, хотя то есть 75-го года, когда остался и сейчас в Столбцовском районе. Вот, и в 75-м году остался туда, вот 75-й, 83-й, вот главный инженер в колхозе, 83-й, 88-й Агропром Энерго, ну там тоже реорганизации были, инженер, замначальника, потом опять инженер, и с 88-го года управление сельского хозяйства Солковского райисполкома, ведущий инженер, главный инженер, с 91-го года начальник инспекции технадзора. Ну, его по настоящее время там работаем. Так что... Женаты? Дети есть? Сейчас. Про семью немножко. Про семью. Ну, я не знаю, ну, повезло, наверное. Женился в 74-м году с
супруга тоже, наша студентка Пимская, на год моложе, с 54-го года я, это был на 4-м курсе. Вот двое детей, сын и дочка. Дочка сейчас закончила вот 4-й курс педуниверситета. Вот. И сын со мной приехал, говорит, я, папа, с тобой телохранителем. Вот. 11 класс закончил, вот только аттестат получил, но и говорит, чтоб предлагал, куда, говорит, я по вашим стопам, по стопам родителей пойду. Ну пусть попробует. Не получится, у меня сентябрьский, пусть идет в армию. Поэтому вот давайте за то, что мы. Ну это что я мог, не у кого может попробовать. У кого? Не, погоди, погоди. Так надо же было. Надо же было все начинать тогда, так я же бы сориентировался. Поэтому. Если. Как обычно. Кто-то хочет. Вопросы есть? Нет? Вопросы, если кто-то хочет задать. Спросите. Спасибо. Ну давайте за то, что мы собрались, вот долго собирались. Ну я уже не знаю, кто выступил инициатором такого. Но очень приятно встретиться. Вот так. Давайте. Знаете, его сегодня он. Галя на меня говорит, что это самое. Не узнал. Я говорю, конечно, не узнал. Потом уже. А ты что, раз и. Что? Раз так, давайте. За ваше здоровье и за наше тоже. Так, ну что ж, за здоровье, за встречу. Все дружненько. Трудно собирались. Адреса, телефоны. Ну, собрались. Собрались дружно. С нашего класса сегодня собралось 19 человек. 3 у нас уже нет живых. 22. Отсутствует 5 человек. Мы нашли еще свою одноклассницу, которая 8 классов кончила, то мы и нашли. Значит, что нам плюсик один? Я считаю, что мы должны сегодня рассказать, где мы что и как находились. Мы сегодня некоторых трудом узнавали, спрашивали фамилии, имя, отчество. Некоторых с первого раза узнавали. Я считаю, что мы должны собираться, ну, может, каждый год и не получится. Если бы каждый год собирались, мы можем собираться. Интересно, да? Через 5 лет. Через 5 нереально, но через 10. Мы через 10 уже мы сегодня собрались, все вместе, очень интересно. Мы уже не виделись некоторым по 30 лет. Очень интересно даже. Я думаю, что все рады и останутся довольны встречей. Значит, раз уже вы меня подняли, я расскажу, где и как я был 30 лет. Значит, кончил школу, 5 лет институт механизации сельского хозяйства, 3 года работал главным инженером в колхозе «Сморгонский», год работал инженером-конструктором на станкостроительном заводе в «Молодежно», 20 лет отработал главным механиком «Томка» строительным 182 «Березино», и теперь перешел 2 года работаю главным механиком коммунального хозяйства. Жена. Вот моя жена сидит. 5 детей, 3 внуков. Молодец. Работаю днем без шапки. Вот. Давайте выпьем. Спасибо, мы тебя присваиваем. Давайте мы с вами зараз, уважаемые учени, уважаемые наставники, давайте зараз мы с вами выпьем за этого судомого вашего одноклассника, что он смог собрать вас у всех тут. Молодец. Правильно, скажем, молодец. Дедушка. Давайте мы выпьем за то, пробьем я еще не раз по штурмовому вас, как вы собираетесь тут. И как мне снимался снова так, что 30 год один одного не бачили. Александр, подайте там вино, чем вы слышите. Виночку?
Я ж пролезу. Жунко у вас неравнивая? А мне протянуть руки сюда. Вы знаете что? Жонцы я вручаю вот этот подарунок, а я ему свой поцелуй. Наташа, подумай. Это вам подарунок. Я среди детей тоже поцелуй. Вы тоже дети. Не успели, не успели шкот открыть. Там нужно просто. Так, ну что, 15 минут у нас повара. Хлеб есть у вас. Татьяна Райзова тихонечко наливает. Значит, ну что себе. Вот я 30 лет назад, и сегодня я тоже с вами такая же, как и была. И душой. Не надо, не надо. И сердцем со своим классом, со своей школой. Ну, так, если личное мое, значит, я окончила техникум, потом институт, сейчас я управляющий банком противоположения. Если кому-то есть открывать счета, пожалуйста, поймать. Суду, суду надо. И без очереди. А суду по очереди, ну, зависимости от улыбки вот, можно. Своим без очереди. А суду в зависимости от улыбки. Так а и делаю. Да? Надо значит, я коротенький тост, все-таки мне очень хочется сказать, очень волнительно. Наверное, сегодня я, ну, наверное, как и каждый из нас, проснулись с таким волнительным чувством, что сегодня мы как будто в первый класс или как будто на последний звонок возвращаемся в родную школу. И так это трогательно, что сегодня вот увидели мы все, можно сказать, родные глаза, родные лица именно в этом родном доме. Отсюда мы все получили путевку в жизни. И эта путевка, конечно, зависела от вас, дорогие учителя. Я всегда говорю, что 10% мы сами, а 90% это ваши. Вы нас такими слепили, вы нас такими сделали, вы нас такими благословили. За все это искреннее и сердечное спасибо вам. Я не могу вот забыть, как-то по жизни так и приходилось часто вспоминать вот напутствие. Дануда Викентьевна, это классный руководитель, я всегда говорю, это была моя мама. Все знаете, почему я так говорю, потому что своей не было, это для меня была мама. Она учила, что для девочек самое главное в первый день у семьи мужа помыть порог. И что я так и сделала. Вот, Лидия Петровна, я вам тоже... благодарна до глубины души. Когда я поступала, значит, удивлялись, что я из сельской школы. Ну, я не могу сейчас перечесть всех учителей. Мария Владимировна, все-все. Это действительно вот люди нашего поколения. Школа для нас и учителя – это какой-то символ, символ величия. Это святое. Я хочу пожелать всем нашим одноклассникам дальнейшей счастливой жизни. Чтоб все в жизни было хорошо, чтоб никто, и одноклассники, и учителя из нас не терялся. Не терялся через следующие 10 лет, когда мы будем встречаться. Через 5 надо. Ну, через 5. 10. Ну, через 5. Ну, давайте согласимся через год. Через 5. Да, их надо еще 10 лет. Про нашу жизнь. Давайте выпьем за нашу родную школу. Галина Михайловна, вам искреннее спасибо. Когда меня, значит, этот вот наш комсомольский корпус поручили сюда прийти, Галина Михайловна меня встретила как дома, сразу собрала всех своих, сразу вот это все организовали, мы сегодня в гости. То есть мы сегодня дома, но мы как гостя. Спасибо вам за это. А вообще, давайте выпьем за родную школу, за учителей и всех выпускников, которые отсюда выходят. Пусть отец выходит все только в счастливую жизнь. Спасибо. После себя перерыв. А во мне 40 7 лет. Ну ты бы не признавалась хотя бы. Да, ну замужем, ну что я виновата, не взяли никто мои замуж. Пришлось выбирать другого, два сына у меня не женатые, так что давайте будем продолжать родство. У кого дочки 20-25, я согласна вступать в брак. Так я не поняла, мама согласна или сыны согласны? И то, и то. Мама тоже не спрашивает. Все, пива. Мама посоветовала. Ну что, как она не сказала? Папуль, я это буду третий дом? И правильно вы отказываете? Правильно, что было?
Олег Николаевна, все правильно было, все правильно. Мария Владимировна, теперь дошла очередь и до вас. Белорусский язык будет. Теперь слухайте уважливо. Так. Я буду, буду называть вам тоже живёл, а вы мне будете, то есть мужчинского рода живёл, а вы мне будете отказывать у жаночем роде. Ну, например, ён козёл, яна коза. Правильно. Вот в таким порядку. Домовились? Так, я подойду сюда ближе, бо гэты край молчить и молчить. Може и не отказывать пачнуть. Так, ён бабёр, яна бабрыха. Якая ж яна бабрыха? Не бабрыха яна. Кто это сказал бабёр? Бабёр, правильно. А вот ён осёл, а яна? Ослица. Сюда давайте, я сюда ослица. Сбирайте за ножки, сбирайте. Яна, а теперь пошла яна. Это был ён, а теперь я называю яна, а вы мне сказываете ён. Яна оса, а ён? Нема. Оса, правильно, вось, в этот край пошел вось сказывать. Нет, не ос ён, оса ён, так сказать. Яна, ворона, а ён? Ворон. Ворон. Яна, стрекоза, а ён? Стрекозёл. Стрекоза, ён. Яна, муха, а ён? Муха. 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 Молодцы! Так, там звоночки собираются? Муха собирается. Молодцы, добро. Так, ну что ж, белорусская мова закончена. Мария Владимировна, добро ведает, что строкоза и строкозел ее, это вельми добро. Молодцы, белорусская мова, я вам поставила белорусскую мову пятерку. А вы скоро. Мария Владимировна, а вы что ставите? Пять. Правильно. Самую высшую знаку мы вам ставим сегодня. Пятерку. Так. А теперь, покуль мы тут белорусскую мову проводили, я-то подумал и тоже сейчас пошли нечто говорить. Так, тене. Так. Были два хлопчики, была девчинка. Теперь снова потребна, как была девчинка. Ну, девчинки. Кто? Кто смелейший? Кто? Кто? Так. Ну ты же радужком стоишь. Ну кто? У вас первый. Вы? Ну конечно вы! Руку поднимала. Ну не стесняйся. Не хочу. Нет, так. Не надо микрофон. Мы все гласисты. Ну что я могу рассказать о себе? Меня такой знаменитости нету. С кардином медали. Ага. Кончила я кулинарное училище. То есть я связана с общепитом. Вот мужу повезло. Работала в столовой ЦК. Некоторое время. Потом работала заведующей производством. Сейчас, в нынешнее время, работаю заведующей ветом, заведующей складом и, конечно, еще экспедитором. А получаю деньги за одного. Ну что, замужем, дети, мальчишки, двойняшки, то есть близнецы. Я ими очень горжусь, они у меня хорошие, так что тоже не женатые. Кто есть? Невесты можно. Не будете обижаться. Реклама. Ну что, ну все, все, наверное. На невесты ничего. На ней две девки, так что уже записано. Занотую. И у банки хорошо, и ну и кушать хочется. Можете вы этого, не можете, а я встречусь с вами.
можно с вами сделать? Гляди, как я вас сказала. Сроки были доступны. Я была на одной валюте, вы видите, и там поглядела на свои часы. Уже забудьте. За две минуты великий-великий круг обошли. То есть люди целовались. Целовался сед, наступили. А вот зараз мы с вами поглядим. Успеете вы за две хвилины? По кругу прочтите, не успеете. Успеете? Точно? Ну, поглядим. Так, что? Сюды? Пошли! Забираю! Налей целуйте! Худшой целуйтесь! Пушку выбрал! Рукой, что ли? Все те же самые характеры, все то же самое. 10 лет это детство, это юношество, это уже даже зрелость какая, когда нас выпустили из школы.
И поэтому все то, чего мы в жизни добились, что мы умеем и что мы своим детям, наверное, передадим, все нам дали наши учителя. Наши учителя, моя первая учительница Ева Лукьяновна Ломака, которая, к сожалению, нет, она больна. Она живет в одной деревне с моими родителями. Я ее видела сегодня. Я очень хотела, чтобы она приехала. Я ее приглашала очень долго, но она не поехала. Она не смогла. Минуточку. Завтра мы всем классом едем к ней. Я ее тоже побуду после себя. Завтра мы всем классом едем к ней. Так мы договорились. Нет, мы договорились и так. Завтра мы едем. Ну, раз договорились, значит, весь класс вот так вот. Вот так и договорились, да. Потому что она наша первая, самая первая учительница. Я в этой школе училась с 1 по 10 класс. Мне очень приятно все здесь видеть. Тут все так хорошо говорили. Такие все красивые, такие все умные, такие все, ну, воспитанные, я не знаю даже как. И старые. Нет, не старые. И даже учителя наши не старые. Они такие же точно, ну, немножко, чуть-чуть внешний вид изменился. А так, наверное, душа ваша и наша осталась такая же, как и была. Я хочу пожелать всем нашим учителям крепкого здоровья, прежде всего, потому что я врач сама. Я знаю, как это тяжело, когда человек болеет. Я хочу, чтобы вы были всегда здоровы, чтобы вы были по мере возможности счастливы и богаты в это время, такое тяжелое. Живем бедно, и всем, всем своим одноклассникам большое спасибо, что вы здесь. Большое спасибо, что все собрались, и мы друг друга имеем возможность увидеть. Ну, что касается меня, ну что? Я закончила медицинский институт. Потом закончила ординатуру, спецординатуру с французским языком. И довольно длительное время, 5 лет, работала в странах Африки, в Бурунди и в Мавритании. Вместе со своим мужем, он тоже у меня врач. У меня одна дочка и внук 4 года, Вовочка. Вот и все, наверное. Я живу в городе Молодечно, работаю в инфекционной больнице, я там заведую отделением уже 8 лет. Ну, и пока что живу там. Все имеется вроде бы, и все в порядке пока что. Ну, и еще раз большое спасибо, особенно нашим учителям. Особенно учителям. Мы не могли без слез смотреть на всех вот здесь присутствующих. Это было так волнительно и так как-то... Ну, огромное вам человеческое спасибо. Вы нам дали все. Это школа, учителя. Спасибо. Видно, приятно может быть человеку, что все в порядке и дома, и на работе, и в справах. Видно, приятно это чувство. И Вовочка есть. И Вовочка есть. Давайте выпьем за наших девочек, а? Мужики. Я вижу девочки. Чтобы я не люблю, чтобы был девочек. Молодцы, за девочек потребно. Ну, за девочек, да, конечно. За девочек потребно. А вы вот так такой дом, и за ним взяли, и сварку фабричку потом. Ну, вот порядочек семья. Сидишь рядом с Мариной, начинай. Слышите? Помните, Марина приехала с юга, да? Мы не помним, в каком классе мы учились. В шестом, да. И она нам сказала, что есть такое... Мужики, тише. Есть такое слово и кино, то есть фантомас. И мы у нее спрашивали, Марина, ну расскажи, что такое фантомас? Марина, помнишь это? Нет. А фантомас, ну, она была в Крыму, ты была? Она уже видела. Она была в Крыму, и там видела, и нам рассказывала. И вообще, Марина у нас была всегда... Первое. Ну вот как бы вам сказать, продолжение наших учителей, да, вот таким, такой интеллигентной девушкой. Вот я предлагаю в честь наших интеллигентных девушек сейчас и наших интеллигентных учителей, это вообще уже тут вопросов нет никаких, высококультурных и так далее, которые нам дали тоже, это вот часть эту почти полную культуру нам имеем. Вот. Ну, и в этом, и во втором случае, в особенности, за наших девочек. Выпьем. Потому что... Мужчины стоят, а вода мы не до дна. Нет, мужчины стоят.
Сержант задумался, стоя от девушки до конца. Ну, до дна. А вы за мальчика? Да нельзя пропустить. А дымем усіх, кто тут присутничает, Мария Осиповна. Конечно, можете все говорить ей віншувальні слова, але я хотела бы вам подаровать эту кветку. У нас Мария Осиповна у нас такий безотказный человек, за усюди, коли бы ей кто не подошел, и на усім поможет, усім подскажет. И завсёды она такая добрая и привабная, приемная вельми женщина. Мария Осиповна, великий вам дякую, что вы есть, что вы такая, такая добрая, такая приемная. Здоровья вам! Коли у кого сегодня, завтра, послезавтра, ти у ближайшие там 6-12 месяцев, будет день народжения, признавайтесь. Ты поднимаешься, выпиваешь эту чарку до дна. Почекай, а то зараз будешь репетировать аж несколько раз. Выпиваешь эту чарку, худенько, наливаешь суседцы. Суседка устает, выпивая, наливаешь суседу. И так идем по кругу. И так мы выпьем за кожное день рождения. Домовились? Так что ж вы не можете за суседчину день на рождение выпить? Так мы ж уже 30 лет как школу кончили. Ну и что? Вот если на 5, ну и что? А повиншивать мы ж не сможем приехать до кожного и повиншивать. А мы... То часу не хапает, то дети, то свинья, то корова. Боже мой, Боже. Один раз. А тут все разом собрались, я думаю, можно и повиншивать. Ну, поздравляю. Наташа, кому? Ну давай. Нет, после ты поднялся, выпиваешь и наливаешь суседцы. А ты испытайся, что она будет сначала пить. Испытайся. Понял, что наливать? Так, наливаешь ей. Суседка устает, выпивая то, что налили ей. Наливая своему соседу. А суседка... Нет. А вы уже думаете, что вы нас тут разумеете? Нет, так вы устаете, что свое выпиваете, а потом наливаете. Так поставить нам рождение надо. Так это же его свинчевание такое. Наливаете суседце. А суседка, ты не выпиваешь? А, да, выпить, а потом налить. А потом налить. Суседка выпила, наливая суседу. А вы все рыхтуете рум, шарфы свои. Ну там вода хорошая. Рыхтуете рыхтуете. Только ей выпила. Вот я уже исходила сейчас. Наливайте, наливайте. Ну да. Вот зараз ёжику наробит. Суседка устает, выпивая, наливая наступному. А я ж лучше ей пока пусть на окошню. Ущу дары! Где вода? Не было никакой воды! Угорелся и конечно! Это угорелся шум такие! Дорога хорошая! Ущу дары! Ну, кучей-кучей! Выпиваете? А вы ж трохи заскусываете! Ты вы же чекаете на сутку вам раз. Я вам не купишь, не будет. Это не целовались, вы хоть и теперь так будет. Не будет так. В общем, дай ему выпить. Давай у него выпьем по-настоящему. А если не надо, то на нем сусед не выпьет до дна. Вы же пьете за день на рождение. Я налью, вот уже он налил. Надо выпить, а ей налить куда-то. А вы давайте сделаем так. С вас начинаем. А ты не наливаешь, не наливаешь. Не наливаешь. Держались. Ну, брат, уже не да, да, да. Суседцы выпивают, наливают, суседцы.
молодцы. Наливайте. Куды вас? Вы все в одну культуру. Раньше шлем в этот самый физик. Ну а тут что, куда вы дошли уже? Кто где? Где? Любочка моя. Вот, поздравляю. А там сам? Вообще в камеру. Верно, да. А теперь он где-то в школе покупает. А Викто смешное. А Валюшка смешная. Аплодисменты ваши передадим эту бутыльку у наш музей. Керамику.